Дамы и господа, добрый вечер. Одесский музей Запада восточного искусства говорит вам здравствуйте и приветствует вас в нашем экспериментальном выставочном пространстве «Рокотайм 2.0». Мне навсегда трогательно и радостно приветствовать вас именно в этом помещении, поскольку здесь мы всегда немного чудим, здесь мы всегда немного экспериментируем, мы отодвигаем какие-то условные, либо объективные, респективные границы, которые выстраивают академический и классический музей, и напомню, что мы в любом случае являемся его частью и несем определенную миссию музейную, культурологическую, историческую и социальную. И, наверное, сегодня отчасти выставка, которую мы презентуем для прессы и для близких людей нашего музея, связана не только с миром искусства, не только с изобразительными какими-то стремлениями творческих людей, но и социальным, политическим, культурологическим, в обход которого сегодня мы не можем пойти, поскольку в условиях постклассического рационального мышления это является невозможным. Сегодня мы будем стараться учиться обнажать себя. Будем обнажать себя на протяжении полутора месяцев, вплоть до 31 января. В этом выставочном зале представлены работы современных украинских художников, которые взывают к вам, взывают к вашему внутреннему голосу раскрыть себя. Раскрыть не только в физическом плане, как явление материального мира, но и духовном, и обязательно прорефлексировать, что вы ощущаете, где те самые границы, которые выстраиваются между нами, субъективными, и объектами, которые мы познаем, либо которые влияют на нас. И сегодня тот день, наверное, когда все максимально складывалось, это необычно, интересно, и, Такая улыбка. И мне очень хочется представить человека, который впервые сегодня предстает на такой большой сцене, большого государственного музея в качестве моего сокуратора. И вот про мир искусства, про мир изображения, про рефлексии в отношении прекрасного, либо субъективно прекрасного, либо даже ужасного, расскажет Марина Гайдамака. Я хочу, чтобы вы запомнили эту девушку. Мне будет с ней очень классно работать. Я надеюсь, что отец еще не раз о ней услышит. Поприветствуем ее, пожалуйста, в этот момент. Что хочу сказать? Давай, можно погромче? Да. Вот. Эта выставка своего рода манифест смелости, наглости, без наглости вообще никак, ну и, конечно же, свободы. На этой выставке представлены, хотели бы мы представить, ну, вообще очень много художников со всей Украины представлены, 27 художников, но, вот, допустим, Юрий Пис, эстет от природы, наполнен романтизмом и грацией. В его работах ощущается тонкая линия изящества и гармонии. А глядя на работы Евгения Гордина, мы попадаем в царство Эрос. Это же так заманчиво. И я думаю, что не каждый, никто не ушел от этого царства. И все любят там, ну, по крайней мере, периодически. В то же время в работах Володи Лесбянского присутствует все и замечательное чувство юмора. Вы посмотрите эти работы, но чувство юмора у него, конечно, Максим Мазур, это в первом зале, да, в холле. Он убирает все лишнее. Он оставляет только при этом эфемерный образ, и мы видим своего рода опадение души. Это действительно важно, интересно, и когда мы погружаемся в мир Эроса, мы остаемся только душа и все вокруг нее.
Ну, остальных художников, в принципе, очень много художников, я могу просто перечислить, потому что, ну, 27 человек, если я буду про каждого рассказывать, ну, реально на пальцы вечера и этой ночи. Самое приятное, что здесь есть те самые художники, которые можно немножко подергать за рукав и попросить рассказать о себе. И автограф попросить, если вам, и даже купить марафон. Представляю, Юрий Лис. Романтик. Виктор Павлов, ну, Виктор Павлов, его, к сожалению, нет. Татьяна молодая, я не знаю, есть она или нет, она должна была присутствовать. Одесская художница молодая, ее молодой нет. Но она молодая, уже и видишь. Николай Прокопенко, Прокопенко его нет, но он с нами. Ольга Розинкина, Олечка. Олечка есть. Олечка есть. Да, мне одна, да. Максим Мазур, его, к сожалению, нет, но он рядом с нами, он присутствует с нами. Татьяна Чепрасова, она из Киева, ее, к сожалению, тоже нет, но она рядом с нами. Виктор Чумаченко, Екатерина Олейник. Владимир Купянский, но мы никак из него не можем, но его нет, к сожалению. Валерий Ефимов, одесский мастер, мастер слова, мастер живёшь. Маленький корпоратив, да, подпольный. Стас Живоднюк, его нет, он с нами. Олег Лунёв, Александр Винокур. Винокур — это тот самый, который на афише. Замечательная работа, грубая. Но она несет информацию. Информацию о том, что мы все изящные, красивые, замечательные, но женщины с целлюлитом имеют право на обнажение. Тоже, в том числе. Может быть, глупость сказала, но спросите. Дальше. Мария Полякова, Василий Коваль, Крапивницкий, но он есть, он к нам приехал, он, это право, аплодисменты, потому что если мы художники региона, то есть из Украины приехал к нам на эту выставку. Ну, Марина Гайдамака. Да, Нина Мурашко, Марина Зуб, Маргарита Половинка, Евгений Клименко, ну и скульпторы наши, Евгений Горбин, знаю, приехал в Рыбу, да, Николай Степанов, его, к сожалению, уже нету. Есть Клим Степанов? Нет. Будь ласка, нам представьте своего отца. Климчик. Клим есть, Клим. Ну, Евгений Рахманин, ну, я вас прошу, Женечка, мы без вас вообще никак. Да, это легенда, я пришла. Добрый вечер всем присутствующим гостям Одессы, а особенно одесситам. Одесситы — это такой народ, они всегда любят культурные мероприятия, поэтому тут больше, а России вообще нет. Ну, бывает, есть. Даже гость из Киева скульптор есть, дух Клима Степанова. Вот такие дела. Поэтому вас всех поздравляю. Сразу говорю впечатление. Выставка необычайно мне понравилась. Экспозиция хорошо сделана, очень плотно, красиво, замечательно. Но это еще не все. Она бы не была такой классной, если бы не были такие работы классные. А работы наших одесских художников всегда классные. Потому что это южане. Потому что одесситы — это украинцы. Украинцы — казаки, они мужики. Они любят женщин. Мы тоже любим. И мы, художники украинцы, любим женщин. И всегда готовы изображать всегда классные в любом состоянии. Как она и есть красота, или авангардная красота. Любая. Просто искусство может делать все и показать сущность своего искусства и свое внимание необычайному состоянию в этой жизни, которое нам помогает эта женщина. Так что, поделим, друзья, женщина. И ваши комфорты, которые это замечают и воплощают в своем искусстве. Так точно. Юрий, вы вообще, вам
спасибо. Тебе очень приятно. Да, так что вот такая выставка состоялась. Спасибо всем, кто участвовал в этом. Мне очень приятно, да, что участвовали многие мои друзья. Мой язык это все равно кисть, краска, поэтому я так много сказал. Но... Да, ну я, конечно, говорю иногда, спасибо. Да. Ну, я очень благодарен музею, коллекционеру, который пожелал остаться инкогнито. Вот съем, кто пришел. Да. Вот Юрий немножко, да, так, который мы хотели на него поработать. Просто у меня выучена здоровочная, немножко проще. Так приятно от таких мастеров услышать похвалу в адрес экспозиционеров. Благодарю вас. Друзья, хочется сказать о том, что да, мы сегодня веселимся, да, мы сегодня очень рады этой встрече, но мы в том числе с моим куратором Мариной Гайдамака просим максимально серьезно отнестись к экспозиции в целом и к каждой отдельной работе. Они подобраны очень скрупулезно, они несут в себе глубокие социальные подтексты. Безусловно, они выражают красоту, изысканность женских изгибов или, напротив, какого-то напора, агрессивной страсти, какой-то порочности, которая нам откуда-то не возьмись вернулась в 21 веке. Это классно, поскольку мы отрефлексируем, мы увидим себя в этих работах, мы увидим эту автопортретность себя как зрителя, как созерцателя объекта искусства. Можем понять, а где же те самые границы, которые выстраиваются, когда мы обнажаемся друг перед другом? Задеваем ли мы эти границы? Имеем ли мы на это право? И имеют ли другие право входить в наш субъективный мир? Я хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел сегодня разделить с нами радость презентации, и отдельное большое спасибо мастерам. Все это сделали они. Поблагодарим того самого инкогнито человека, который нам предоставил это удовольствие. Большое спасибо, желаем вам насладиться выставкой и угощением. Спасибо.
открытием 2,5 с дебютом. Да, куратор очень удачно. Да, ой, ну что вы. У меня подарки там были. Вы заходите, пожалуйста, и наслаждайтесь. Да, это хотите.